Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы вновь приветствуем вас на программе ⁇ Субботняя школа с Заокским университетом ⁇ Сегодня у нас в студии находятся э, мои дорогие друзья, коллеги Иван Викторович Лобанов, который является преподавателем, а также сотрудником Института перевода Библии, э, пастор Заокской церкви Юрий Михайлович Волобоев, а также пастор... Э, в среднехристианской заокской школы Михаил Валентинович Антонюк. Я вас приветствую, дорогие братья. Сегодня у нас очень интересный урок. Он также является последним в этом третьем квартале. И наш урок сегодня начинает, называется Окончательный покой. Окончательный покой. На протяжении всего квартала мы рассуждали о том, что что это такое, что обеспечивает э, христианам покой в Боге. Мы говорили о различных аспектах, связанных с покоем в жизни христианина – и вот сегодня мы будем говорить об окончательном покое, который Господь обещает своему народу дать в будущем. Поэтому, прежде чем мы будем рассуждать об этом и ставить какие-то важные вопросы, я бы попросил Михаила Валентиновича прочитать памятный текст. Это первое послание Коринфянам, 2 глава и 9 стих. Но, как сказано в Писании, никто не видел, никто не слышал, и ни у кого не было в мыслях того, что приготовил Бог любящим его. Спасибо большое. О чем идет, собственно, речь? Что здесь хочет нам сказать апостол Павел? Ну, на самом деле, когда этот отрывочек говорит нам о первом пришествии Христа, о том, что если бы все понимали о том, что происходило тогда, не распяли бы Господа славы. И поэтому все события, которые случились со Христом о Его первом пришествии, они непостижимы нашему разуму. Но эти слова в полной мере можно отнести и ко второму пришествию Христа, и к событиям последнего времени, которые на самом деле тоже не... мы не представляем, как это будет. У нас есть общее представление о принципах пришествия и о принципах того, что будет происходить в последнее время. Но мы не знаем деталей а именно, как говорится, всегда: все в деталях. да? Мне кажется, что небесное, оно сокрыто от человека, да? И мы многие вещи только, о них только догадываемся вообще. Мы видим Иисуса Христа как обогадательно бы сквозь тусклое стекло, скажет апостол Павел. Да? То есть, соответственно, конечно, и о то, том, что будет, да, что будет за порогом смерти и воскресения, что будет в пришествии Христова, что будет после того, как наступит тысячелетнее царство, это все для нас закрытый вопрос по большей части. Но он же говорит о том, что не видел того глаз, не слышал уха, не приходило то на сердце человеку, но нам Бог открыл. Да? То есть есть какие-то вещи, которые действительно сокрыты, и мы детали не знаем и не можем в это проникнуть, но действительно есть какие-то основополагающие, фундаментальные вещи, которые принимают все христиане, вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Ну, видите, когда мы читаем книгу там в 29 главе там определенно сказано, в 29 стихе, о том, что есть что открыто и есть что сокрыто. Да. Сокрытое прожит Богу, а открыто открытое нам и сына нашим довекам. Но интересно, что по этому поводу э -э, Эрину отписала, что это, люди очень часто говорят о том, что мы не понимаем того, что написано в Библии. Она говорит, если бы люди исполняли только то, что они понимают, то они были бы уже праведными людьми. Да. Хорошо. Но, опять же, прежде чем все-таки мы обретем вот этот покой, окончательный, о котором говорит наш урок, все-таки, наверное, нужно здесь вспомнить о том, что человеческая природа, она такова, что беспокойство, оно все-таки находится внутри нас. Я бы сейчас пригласил вас и попросил бы, чтобы мы хотя бы пару минут уделили бы тому, как Павел, апостол, пытается свое вот это, знаете, ту борьбу, которая происходит в его жизни, как он пытается ее выразить, во-первых, и как он для себя решает этот вопрос, вот этой борьбы внутри своего сознания, внутри своей природы, как он пытается ответить на эти вопросы, это послание к римлянам, 7 глава. Ну, и, наверное, с 22 по 24 стихи, пожалуйста, прочитайте. «В душе я радуюсь закону Бога, но в теле моем видится мне действие нового закона, того, что воюет с законом, который умом я своим признаю, этот, овладевший моим телом закон, есть закон греха. Он и делает меня своим пленником. Несчастный я человек, кто избавит меня от всего тела, из-за греха смерти подверженного? Ну вот смотрите, несчастный я человек, в синодальном переводе бедный я человек. Человек берется за голову от э, осознания той борьбы и вот борьбы тех страстей, которые происходят в его жизни, потому что вот есть мысли, которые его оправдывают, есть мысли, которые его осуждают, хочет делать хорошее, но не получается, выходит злое, и его от этого просто разрывает. Ну да, на части. Потому что начать можно было чуть раньше, да, то есть вот уже с 15 текста, 7 главы. Да, 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 с 15 текста идет вот это вот переживание его. Мне поступки мои непонятны я делаю не то, что хочу, а то, что ненавижу. Но если я делаю вовсе не то, что хочу, не признаю ли я тем самым, что закон хорош? Вот смотрите, в новозаветном богословии ведь и в рассуждениях о Павле и в комментариях на послании к римлянам очень часто поднимается вопрос в отношении того, о чем говорит Павел кто этот павел который здесь это пишет то есть это Павел до того который э, до того как он встретился со Христом или это его повседневный опыт э, уже после того как он встретился со Христом да? скорее всего что после скорее всего после то есть вне зависимости от того э, вне, в, вне зависимости от того что, Собственно, какой у нас у всех опыт, тем не менее, это является частью нашего бытия даже тогда, когда мы сталкиваемся со Христом и принимаем Его Своим Спасителем. Вот эта часть нашего, нашей борьбы, нашей духовной жизни. Вопрос возникает отсюда. Мне, да? мне как? бы. Да. Пожалуйста. Мне бы хотелось чуть-чуть маленькую ремарочку сказать о том, что вот эта великая борьба как раз-таки начинается после встречи со Христом. Да. Потому что к Эфесянам вторая глава апостол Павел все тот же самый пишет, что нас некогда мертвых по преступлениям нашим, да, там, да которые выжили по обычаю, да, ну мы это пропустим, да, ты оживотворил во Христе, то есть оживотворил, то есть получается, что человек при встрече со Христом оживотворяется. То есть до встречи со Христом его эти вопросы не, не интересуют волнусь. просто, не и борьбы нет. И борьбы нет, да? Ну, беспокойство, конечно, есть. Оно бывает внутреннего свойства и внешнего. В данном случае Павел описывает внутреннюю борьбу. Конечно. А внутренняя борьба становится главным состоянием э, ума верующего человека. Как, как он решает для себя этот вопрос? Он признает существование самой борьбы. Вот это очень, кстати, вот потрясающий текст, вот здесь, 7 глава, вот 16. Если я делаю вовсе не то, что хочу, то есть он признает этот факт, да? То, тем не менее, не признаю я, что закон все-таки хорош. Uh -huh. То есть не меняется закон, он все равно духовен. Я могу делать что-то не то, но тем самым, что я делал? Я подчеркиваю правильность закон. Правильный закон Когда Павел говорит дальше, уже в начале 8 главы, о том, что никакого осуждения нет, да? так что нет. Никакого теперь осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе, не по плоти живут, но по духу. Не есть ли это определенное осознание того, что все-таки Христос своей любовью и Дух Божий своим утешением приносят нам покой? Мне кажется, что вот если посмотреть в глубине вот эту мысль 7-8 глав, да, то жизнь по духу как раз-таки начинается после встречи со Христом. Угу. Жизнь по духу – это и есть наличие вот этой великой борьбы внутри человека. Угу. Да. То есть если я вот все-таки эту борьбу ощущаю и вижу, значит, я рожденный свыше человек, Я живу по духу, так? А следовательно, мои как положительные поступки, так и отрицательные, они здесь одинаково какие? Хороши что идет борьба. Я проигрываю. Это хорошо. Закон духовен. Бог есть, и он меня исправляет. Mm -hmm. Так ведь? Я делаю победы, у меня победы, я делал хорошие поступки. Это тоже хорошо. Так, в конце концов, Павел получает какое-то успокоение вот в этой борьбе или нет? Но скорее ставит проблему, потому что э, он перечисляя здесь э, свою борьбу, да, хочу доброго не делаю, не хочу злого делаю. Он говорит о том, что э, есть жизнь, да по духу, ей жизнь по плоти. То есть он ставит эти проблемы, он говорит о том, что э, кто меня может от всего этого избавить. Он говорит, никто, кроме Бога. Э, дальше говорит о том, что э, приходит к выводу, что Бог э, установил закон, по которому я живу духом, природой да, природой живу э, по плоти. Но при этом отсюда возникает вопрос, который связан непосредственно с темой нашего урока. Да? Если мы говорим, что Бог нам дает покой, а что тогда происходит с великой борьбой и наоборот. То есть, mm -hmm. можно ли быть э, спокойным в великой борьбе, если Павел говорит о том, что внутри меня происходит борьба? Невозможно в борьбе быть спокойным. То есть сконцентрирован, ты постоянно находишься в каком-то напряжении как физическом, так и моральном. То есть, как, вот, как в послании к Фесином, когда он описывает э, вооружение э, да, да, духовное, да? да. Совершенно верно, да. Но да, ты в этом и есть ответ. Ха, если вы находитесь в духе, если вы находитесь в состоянии во Христе, то тогда итог этой борьбы он в чьих руках? Моих или Христа? Руков Духа Христа. и Иисуса Христа. И, и Иисуса Христа. Угу. В этом и смысл молитвы. Отче наш, когда мы в конце Конечно. просим о том, что и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, то по большому счету мы признаем наличие и искушения, и, и лукавого. И, лукавого. и, и обе борьбы. эти части являются источником нашего беспокойства. То есть вдруг я окажусь в таких обстоятельствах, которые я не смогу вынести, и Бог говорит нам, что я не дам испытаний сверхсил. С другой, с другой стороны, может быть, я окажусь под такими раскаленными стрелами, и вот тогда мне нужно будет все это вооружение. Вот и мы говорим, что вот это внешний источник беспокойства и внутреннего. Вот, Юрий Михайлович, Зак закончим мысль, да, да? Пожалуйста. Так вот вопрос в том, что если я уверен в Боге, в реальности, вот по-настоящему, то тогда, конечно же, я это, эту борьбу буду проходить с какой уверенностью, да? Но ну, Бог все равно победит. Он во мне победит. Он и внешние обстоятельства победит. То есть итог все равно у Бога в руках, не у меня, у Бога. Да, я могу быть в заблуждении, даже иногда могу быть как-то вообще в отрыве от Бога. Но в итоге, если все-таки я нахожусь в духе, да, он меня что будет делать? Исправляйте. Угу. Спасибо большое. Иначе говоря, подведем итог. Иначе говоря. Ответ на эти, ответы на эти вопросы, они на самом деле не являются банальными и какими-то, знаете, упрощенческими, да? То есть есть за, этими, за этой борьбой, поскольку она сама по себе непроста, и ответы, как бы, на вопросы, связанные с этой борьбой, они тоже в результате не являются простыми и какими-то односложными. Идем дальше. Значит, еще одного человека хочется вспомнить. Это человек, которого, наверное, сражало, может быть, я готов предположить, это сражало какое-то беспокойство и переживание, потому что человек этот оказался на пустынном скалистом острове, который располагался и до сих пор располагается, так скажем, в Эгейском море, на острове Патмос это апостол Иоанн, последний оставшийся в живых, по-видимому, апостол Иисуса Христа, который был сослан как политический преступник за проповедь Евангелия. И вот теперь Иоанн, находясь на острове, возможно, переживает какие-то, так скажем, какое-то беспокойство у него есть. И вот он видит... В видении Христа, который является Ему и приносит какую-то весть, связанную с дальнейшей жизнью и историей христианской церкви, иначе говоря, историей Его братьев-сестер, которые находятся по всему миру разбросаны, какую надежду и какую весть приносит Христос. Иану и способна ли эта весть даровать в свою очередь и нам покой тем, кто живет уже в 21 веке? Один из призывов покоя, который содержится в Библии, или такого состояния, в котором человек пребывает, будучи во Христе, это состояние, которое описывает слово макариос. То есть это то, э, то состояние, которое на русский язык переводится как блажен. Вот. Но э, речь идет о равновесия или гармонии внутри олимпийских богов. То есть они находятся в состоянии неколебимого, невозмутимого спокойствия. Вот это слово «блажен» несет в себе. И интересно, что книга «Откровения» в, в первых же стихах содержит «блажен». Это слово, это стих третий. «Блажен тот, кто читает, и блаженны те, что слушают слова этой книги пророческой и соблюдают написанное в ней» ибо близится время исполнения». То есть получается, что как только мы получаем эту весть в книге Откровения, то вся она является вестью, которая приносит покой. Вообще там семь блаженств в книге Откровения. Да, ну, начинается. Это, это основная да. мысль такая, не то чтобы самая основная, но такая очень красная и с нить. С чего начинается, с чем заканчивается. Да, и заканчивается практически тоже блаженством и в вот 22 главе, да, то есть вот это счастье человека, да, а в чем оно заключается, счастье? Вот мы говорим, вот покой, что такое покой? Это состояние счастья. В чем, так сказать, макарио, да, то есть олимпийских богов, да, в том, что они находятся в состоянии абсолютного счастья, да, то есть, вот, а здесь, собственно, знание будущего, да, как вот все-таки Бог открывает Иоанну, да, а через него всей церкви, а как, а как все это будет развиваться, оно должно принести с собой действительно уверенность определенную в будущем? Ну, Гера, жена Зевса, сильно злится постоянно. То есть она постоянно прибывает в состоянии беспокойства, потому что Зевс такой сильный, он везде, 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 везде его не дома бывает, да? И это ее беспокоит. Вот. То есть не все они в состоянии покоя пребывают. А вот когда мы говорим о том, чем, о чем книга Откровения говорит, она при, приглашает нас к тому, чтобы мы вникли в весть и, вникнув в нее, поделившись с другими, чтобы мы могли соблюдать все то, что написано. Uh -huh. Спасибо большое. Так вот, вопрос в связи с этим. Господь все-таки вот в том видении, которое следует за этим блаженством, все-таки Господь приносит Иоанну и читателям какое-то отдохновение, какое-то, так скажем, блаженство и какое-то счастье от того, что он это все видит. Потому что все-таки, насколько я понимаю, на протяжении всех этих семи посланий не всегда все хорошо и не всегда все правильно. Господь иногда говорит, если не покаешься, приду и сдвину светильник твое с места его, правильно? Вот. Есть огромное количество каких-то, ну, скажем, претензий, которые Господь предъявляет Церкви на протяжении всего периода существования христианской Церкви, то есть 20 веков. Да? То есть в чем мы видим, что Иоанн он получает вот это благословение, и он получает вот этот покой от лица Господа. Но мне кажется, состояние беспокойства всегда в человеке, когда он не знает, что будет вот завтра. Угу. Человек находится в состоянии страха. Да? Человек... А вот здесь хотелось бы сказать о том, что он не знает, потому что он сам пытается это контролировать. Да. Да? А верующий человек, вот этот контроль, он кому отдает? Передавить. Он отдает Господу. Поэтому и он видит, что... Это очень интересная вещь. Он видит, что все эти звезды в первой главе, да, они в руках Христа. В правой руке. То есть, да, они в, они в деснице Христова. И поэтому он контролирует все, что происходит в церкви. От него, от его слова это зависит. И это как раз и приносит. Но книга Откровения на самом деле сопровождается тяжелой работой это духовица. То есть он смотрит на то, что происходит, и на зритель. И он видит, видит все происходящее. И написано, я как мертвый пал к ногам его, потрясенный этим, да? ангел меня поднимает. То есть его состояние очень совпадает с состоянием Данила, который тоже переживал видение. Да. То есть это на самом деле очень тяжелая работа, которую который он, по которой он переживает. Но при всем том, самое главное, с чего начинается книга, чем заканчивается, Господь Иисус пришел, он некто похожий на Сына Человеческого, да, он даже не называет, что это Христос. А потом мы говорим, что да, это я. Да, он представляется, и мы видим Христа во славе. То есть то, кого мы не видели в Евангелиях, там Христос воплотившийся, да, то есть там человек, человек Иисус Христос. Здесь Христос, воплотившийся, уже, уже вознесшийся, прославленный. И вот это видение прославленного Христа, оно успокаивает больше всего остального. Ну и заканчивается, опять же таки, вернемся да, к 22 главе. Блаженны те, кто кровью моей одежды а, своей омывает, имеют они право на древо жизни, и в город могут войти через ворот. Ну, понятно, здесь вопрос перевода есть еще некоторые, да, там... Текстология. Текстологии. Текстологии, mm -hmm. да, то есть мы не будем в это вдаваться. В целом, да, вот новый перевод вот таким образом подает этот текст. А, значит, к счастливы кто? то омывает, спасенные, спасенные да омывает. Спасенные, спасенные христом своя одежды. они правильные они омывшиеся они очистившиеся и они имеют право на древо жизни имеется в виду уже Эдемский сад да то есть они имеют право зайти в ворота в город через ворота да то есть все человек то есть Иоанн который находится на острове Патмос у которого будущее было вообще закрыто он остается одним апостолом ну как если мы верим в то что это действительно любимый ученик Христа, да, доживший до старости. Вот. То есть а получается, что как так все погибли, да? где церковь там, он же знает, что происходит там Эфес, Пергам, Феотир, это вот те города вот в этой Малой Азии, там вообще ужас, что происходит в некоторых церквях-то в принципе. Вот. Он знает это все обстоятельства, он знает, что вот завтра, не сегодня, а завтра вообще все же надломится, рассыпется, и христианства вообще не будет, да. То есть, и вот приходит Господь и что начинает говорить? Да? То есть, а вот смотри, да, То есть, а есть будущее. А вот смотри, есть история. Да будет плохо, очень, преследование, сложности, но будущее есть, и будущее в этом, да, в чем? А вот, а, значит, семь, а, а... семь разных периодов, да, которые заканч... каждый из которых да. заканчивается обещанием Божьим, побеждающий сядет со мной, да? Да. да. Ну вот в целом. Но... Михаил Валентинович задавал вопрос интересный. Он говорил вопрос: что же все-таки является конечной точкой, почему говорим окончательного, что же является конечной точкой во всех этих событиях? Когда да. будет наступит окончательный покой? Ну, э, на мой взгляд, опять же, если я не прав, поправьте меня. Я думаю, что, исходя из нашей теологии, Второе пришествие не решает всех этих вопросов. Нет. Потому да. что мы знаем, что потом начинается период Тысячелетнего Царства, мы знаем, что потом, после окончания Тысячелетнего Царства, будет, скажем так, последняя битва, да. и только уже по итогам этой битвы да, мы можем сказать, что а, тогда, в этот момент, уже точка будет поставлена. Но до этого а, момента нужно еще пройти. И, э, по сути, в книге Откровений есть очень много моментов, которые связаны с покоем, но при этом э, немножко режут нам, может быть, слух, потому что если мы вспомним ту же пятую печать, когда э, Иоанн видит души под жертвенником, и души вопиют, то, да, Господи, да, да, да угу. ты не будешь мстить за нас. То есть видно, что им нужен, э, нужен некий акт мести для того, чтобы, э, мести, э, да, обрести покой. Э, и покой этот может заключаться и в том, что... Когда Иоанн видит 144 тысячи, да, в белых одеждах, ему один из старцев говорит, что в 7 главе люди эти через великие страдания прошли, одежды их омыты кровью Агнца, белыми стали. То есть, по сути, те 144 тысячи, которых Иоанн видит, это те люди, которые пришли через страдания к определенному покою, который их настиг уже после того, как они прошли через все те сложности, которых ожидали на их жизненном пути. Вот это то, что можно назвать «профессион де фуа. Верность профессии и призванию. Михаил Валентинович преподавал у нас эсхатологию. Хорошо, спасибо большое. Но смотрите как, ведь вопрос, связанный с будущим, он всегда был интересен ведь апостолам, правда? Конечно. Можно вспомнить вот эту интересную проповедь Христа на Масличной горе, то, что иногда называется синаптический апокалипсис или малый апокалипсис, где ученики задают очень важный вопрос скажи нам когда это будет какой признак твоего пришествия и возникает и с этим вопрос привносит ли Христос какое-то дополнительное может быть так скажем ну мы рассуждаем о покое привносит ли Христос в данном случае в сознании учеников какое-то знаете облегчение или покой? от того, что вот он их снабжает какой-то новой информацией информация. о будущем. Но на, на самом деле, мы когда читаем 24 главу Евангелия от Матфея, то мы обнаруживаем, что время перед наступлением покоя как раз характеризуется отсутствием всякого покоя. То есть происходит усиление землетрясений, военных mm -hmm. потрясений, mm -hmm. э, всякого рода неразберихи в мире. То есть мир, мир как будто сходит с ума перед тем, как наступит окончательный покой. Mm -hmm но и вместе с тем, да, все претерпевшие же до, до конца спасет, спасет. То есть, да, то есть, и вопрос в чем, опять-таки, да, есть такое выражение латинское, да, предупрежден, значит вооружен. И все-таки знание о будущем, оно человека немножко что успокаивает. Uh -huh. Если я знаю, что вот мы сейчас поедем, здесь будет очень плохая дорога, даже есть возможность оторвать... Но хересо, дальше будет хорошо. А дальше, ну дальше опять мы возвращаемся на автобан, да, то и человек готов к этому, он уже знает, как пытается это вырубить. Да. он говорит, будьте начеку, то есть слово бодрствуйте, да, ну полагает, да. что при этом мы должны, конечно, собраться, чтобы пройти вот эти трудности с максимально собранными, потому что если вы расслабитесь, в этот момент вы можете не дойти до конца. Здесь, Пожалуйста. кстати, вот если мы говорим о 24 главе, если в ее контексте разбирать, вот этот известный текст, который звучит из Иисуса Христа, когда Он говорит, что придите ко мне все труда бременные, я успокою вас. И дальше он говорит, возьмите Иго мое на себя и научитесь меня, и найдете покой душам вашим. То есть, казалось бы, да, когда мы берем иго, нам наброс становится тяжелее. А здесь, когда мы смотрим 24 главу, мы видим о том, что те, кто останутся верными Иисусу Христу, их будет ждать непростой путь мягко говоря, непростой путь. И вот, как вы уже сказали, здесь указано, что претерпевший же до конца спасется. Кто это такой, претерпевший до конца спасется? Это кто? По мученик. Сути, мученик. Мученик, да, или тот человек, который взял это иго Христа угу. на себя и пронес его до самого конца. Угу. А, здесь можно подразумевать, ну, как один из вариантов, может быть, может здесь подразумеваться персональная какая-то смерть, кончина? Друзья, ну... Неизбежно мы какие-то штампов попадаем, uh -huh. да, есть, Говоря вот это вот слово мученик, да, или свидетель, да, то есть опять же мы мортурияс, да, то есть говорим о том, что это всегда что первый третий век. Uh -huh. Но мы забываем о том, что большое количество людей сами шли куда на костер. Uh -huh. Большое количество людей вообще вот это почитало, да, то есть что вот пойти, чтобы меня сейчас арестовали, привели перед всем народом, спросили, ты христианин, да. Ты так, готов что, идти на арену? Да. Так, так что был, были соборы в, хри, в истории да, христианской да. церкви, где говорили о том, что хватит уже, перестаньте вот эти вот вещи совершать. То есть вы не можете, не должны добровольно идти на смерть. И их было очень много. Да. Их было очень много. То есть это говорит о том, что на самом деле вот это свидетельство было делом ну важным в исповедании, mm. да, то есть в христианском подвижничестве. И люди на это были готовы, они на это и рассчитывали, они, может, даже где-то это и ждали. Вопрос в чем? Ну а кто-то, может, и не очень хотел, да, то есть быть на арене, но имел возможность переехать в другой город. Хорошо. Если... Давайте я предлагаю дальше нам пойти, угу. потому что, собственно, вопрос, связанный с концом и завершением вот этой хри... вот, этой вот исторической, исторической завершенности, может быть, этого мира и так далее, мы видим как в трехангельской вести, вот в этом тексте из Откровения 14, да? Мы видим, как происходит кульминация вот этой борьбы, кульминация и какие-то очень важные моменты связаны здесь с покоем и с беспокойством. Давайте мы обратим внимание на 14 главу с 6 по 12 стихи. Ну, собственно, трех трех ангельская начинается со слов Благовейте пред Богом, воздайте славу 7 стиха, ибо пришел час суда его, поклонитесь, сотворившего небо, землю, море и вот источники. Второй ангел говорит, пал-пал Вавилон, напоивший, вином блудной страсти, напоившегося народа. И третий, третий ангел говорит... Кто зверю и образу поклоняется, тот клеймо его на лоб свой или на руку свою принимает. Будет пить тот вино ярости Божьей, цельное вино, подаваемое в чаше гнева В огне и сере будет мучим он пред ангелами святыми, пред акцем. Во веки веков будет восходить дым мучения того. Ни днем, ни ночью не будет знать покоя, поклоняющиеся зверю и образу, клеймо с его именем принимающие. Ну вот у меня в связи с этим вопрос интересный возникает. А, те же самые слова, которые, ну, то, что здесь обозначено, не имеют покоя. Абсолютно те же самые слова упоминаются в 4 главе 8 стихе, когда говорится о том, что... А, когда... У нас тут написано, и восклицают они беспрестанно. Беспрестанно. То есть а, я хочу сказать о том, что в греческом тексте, в тексте оригинала, здесь используются одни и те же выражения, абсолютно. Не, не имеют покоя. Не имеют покоя. И в 4 главе, и в 14 главе. В чем разница вот этого беспокойства, которое выражено в 4 главе, когда ангелы непрестанно, не имея покоя, буквально, если прочитывать. Вот они не имеют покоя, они славят Господа, и не имеющие покоя вот эти нечестивые, которые в 14 главе? Ну, в, в первом случае это воодушевление. Да, то есть когда ангел воодушевленно хотят постоянно славить Бога, это желание их сердца, и они не могут просто остановиться, славя, прославляя, прославляя Бога. А во втором случае это, конечно, отчаяние. А, может быть, от, ответ есть чуть дальше, да? Да. Там тоже много чего о покое говорится. А значит, вновь, вновь услышал я голос с неба. Напиши, блаженные отныне мертвые в Господе, почившие воистину, так говорит Дух. Пусть успокоятся они после трудов своих, ибо следуют за ними дела их. Угу. Да? То есть э, вывод. А, вывод. Успокоились они. В чем? В Господе. То есть вот эта их жизнь, да, то есть жизнь во Христе, она есть. Ну чем она для них является? То есть по сути дела вот дела идут след за ними, да. То есть. То есть такая полнота. Полнота. Это полнота. То есть человек находится все-таки в покое. Опять вернусь. Угу. К Обретает покой во Христе. А вот обретает ли или просто это запятая вот в определенный период, а потом воскресенье и опять жизнь продолжается? То есть человек уже находится в покое? Ну, послание к евреям говорит нам о том, что на самом деле покой мы не обретаем, потому что при жизни мы не получаем обещанного. Написано в 11 главе mm -hmm. послания к евреям. При жизни они не получили обещанного, но только верили в гряду и в то, что, в то, что видели в будущем. Поэтому 11 глава послания апология веры, да? Мы сейчас к этому подойдем, извините, пожалуйста. Просто хочется сказать о том, что вот по по-видимому, в, по в тексте Трехангельской вести, когда упоминание о том, что нечестивые не имеют покоя, это некая аллюзия на книгу пророка Исаии, где говорится о том, что нечестивые не имеют покоя. То есть, так вот мой. это беспокойство это очень важная вещь. Вот это беспокойство это признак, или это характерная черта нечестивых людей, потому что они, они не успокоились в Господе. Они не, они не имеют покоя, потому что, ну вы помните, что в первой ангельской вести есть аллюзия на четвертую заповедь, да, которая упоминает о чем? Упоминает о субботнем покое. Поэтому те, кто не имеют этого субботствования во Христе, субботствования с Господом, не имеют вот этого покоя постоянного в жизни, вот это вот все приводит их к чему? Но вот здесь, к этому беспокойство. Мне кажется, здесь даже вот можно посмотреть на более глубокие вещи, да, то есть бытие один. Но перед нами треханглийские да. вещи, это аллюзия на бытие один, так же ведь. Бытие один это что? Это когда преобразовывает Господь, да, через дух Господень там, да, порхает над чем? На над бушующим, над бушующей водной да. гладью. Это хаос. Во многих языческих мифологиях, то есть это описание хаоса. Вот приходит Бог, Верно. и он что делает? Он преобразовывает хаос и устанавливает некий Границ, порядок. Границы, границы, да. Границы, да, порядок, а дальше гармонию. Да. И что получается, да, то есть э, вот это вот состояние мира вне Бога, это хаос, это бушующее море. Это нету покоя, да, то есть это войны, это все-все-все вот описание, вот, то есть э, вот эти образы, да, то есть вот эта иконографика взята отсюда, да, то есть. Э, с, одной, с другой стороны, когда человек приходит к Богу, его жизнь становится понятна, потому что она расписана. Это, опять же, завет, да, как он расписан в Второзаконе 27. Да? То есть вот благословение за это, вот проклятие за это. И жизнь в этом случае какая? Понятно. Она очерчена. И в этом случае ты точно понимаешь, где ты получаешь благословение завета. Да? То есть ты знаешь, как тебе жить. И где ты можешь получить проклятие завета. И как тебе не надо жить. Хаос прекращается. Хорошо. Давайте пойдем дальше, потому что все-таки помимо того, что у нас и мы во Христе можем обретать покой в нашей жизни, все-таки мы как существа, живущие на этой земле, существа пока что грешные, у нас у всех есть какой-то конец, к которому мы все рано или поздно приходим. И вот об этом конце тоже говорится, как о некоем успокоении. Да? Я бы вас попросил открыть 11 главу послания к евреям и потом еще книгу пророка Даниила, буквально последний стих этой книги 12-13. Да. «Все эти люди верили до самой своей смерти». И хоть не получили они при жизни обещанного, все же видели вдали исполнение всего, потому радовались и говорили о себе, как о скитальцах и пришельцах на этой земле. Те, которые так говорят, прямо показывают, что живут мечтой о подлинном своем отечестве. Если бы они думали о покинутой ими земле, давно бы могли вернуться. Времени у них было предостаточно. Но они, мы знаем, стремились к лучшему небесному, а потому и не стыдится Бог называть себя их Богом, он и град обетованный приготовил им уже. И вот, кстати, о чем да, говорится? Окончательная точка, о которой здесь сказано, да, вот вопрос Михаила Валентиновича, да, что здесь есть окончательная точка. Град обетованный да. является окончательным вот покоем, который дарован верующим. Так, 11 глава, о чем идет речь? Э, 11 о глава посвящена покое вере, это? вере, ага. да, то есть если мы, обретаем, если мы имеем веру, мы имеем настоящий покой. А ты до конца иди своим путем. Ты успокоишься и восстанешь в конце дней мира, чтобы принять свой удел. Все-таки это ведь не зря, что смерть, которая называется в, в Священном Писании последним врагом, да, она в некоторых текстах обозначается как успокоение. С чем это связано? С Богом. Опять мы к этому приходим, то есть во Христе, смерть во Христе. Или угу. же просто с прекращением деятельности? Но у нас в культуре, по крайней мере, это не идет привязка к Богу, да? И иногда мы говорим, что там почил в Боге, да, иногда говорим, успокоился, отдел своих. Ага. Угу. То есть, есть с прекращением как... борьбы это связано личностный. Скорее с прекращением деятельности, в принципе, uh -huh. то есть как внутренней деятельности, так и внешней. Uh -huh. Мы как христиане это увязываем с Богом, с какими-то духовными вещами, но в целом это находит отражение в культуре, как и прекращение физической деятельности, любой деятельности. Это материальный распад чем покой. Но, видите, на самом деле, вот 11 глава говорит нам о том, что существует иная реальность, и мы тесно связаны, находящиеся здесь связан с этой иной реальностью. Если мы в это не верим, тогда мы и неверующие. А наличие этой реальности и связь наша с другой реальностью делает нас людьми другого порядка. Но вот отвечая на вопрос, да? Пожалуйста. Есть, а может ли это быть прекращением борьбы? Да. Да? Да. Но вот вопрос интересный. То есть так просто нужно еще пойти еще чуть дальше. Да? То есть для человека, который находится вне Бога, эта борьба прекращается на то мгновение, пока он находится в состоянии. Усопшего. Потом Он воскресает, да, и опять эта борьба к Нему возвращается. Человек, который умер во Христе, если мы знаем, участвует в первом воскресении, угу. в этом случае его борьба теперь уже да, прекращается совсем, да, потому что он воскресает в новом теле, да, в прославленном теле, высоединяется со Христом подальше от земли, возносится, угу. а потом возвращается со Христом, Вот Он уже находится в состоянии потом. То есть, иначе говоря, э -э вот это представление, которое нам предлагает Христос что смерть является сном, в котором человек ничего не чувствует, но находится так скажем в бессознательном смысле, но в то же время в состоянии ожидания, оно способно нам принести какое-то успокоение от того, что смерть это в данном случае это не окончательный, какой-то не конец, потому что это, это просто ожидание, того, когда, Радостного жребия. Да, радостного жребия, когда Христос придет и дарует нам окончательный, да, окончательную вот эту вот победу. Ну, если говорить богословским языком, да, смерть э, является концом только в смысле твоей личной эсхатологии. Да. То есть в контексте личности, личности человека, да, конкретного, смерть будет являться точкой, которым, ну, э, становится понятно, где оказывается человек э, после на момент смерти, смерти. Uh -huh. да, на мне смерти и после нее. А что касается общей эсхатологии, да, когда мы говорим глобально во всем мире, то это не имеет никакого значения. Uh -huh. Хорошо. Ну и в конце концов, самое последнее это то, к чему нас могут привести вот эти рассуждения, то как мы расставляем вот эти вот э, богословские акценты. Э, в конце концов можно прочитать послание к филиппийцам, Четвертую главу, это по-видимому самое радостное послание, во всяком случае оно так называется. И я напомню и нам, и нашим зрителям, что послание к филиппийцам апостол Павел написал, находясь в тюрьме, находясь в узах, но тем не менее он был преисполнен радости от того, что за Христа он может пострадать. И поэтому вот это очень оптимистичное послание он направляет церкви в Филиппах. Это был третий квартал субботней школы. Мы приглашаем вас дальше принимать участие в рассуждении над Священным Писанием Заокским университетом. Всего вам доброго, будьте благословенны, спасибо, что были с нами.